Всем привет, с вами снова я, Катя, с канала Екатерина Голубева. И сегодня я снимаю влог, потому что мы сегодня едем в Москву вместе с классом, так что вы сейчас все увидите. И да, наш автобус отправляется в 5:45, сейчас 5:00, по-моему. И да, за окном темно, вот даже могу показать сейчас. Вот там все темно. Не знаю, кто придумал ехать в такую рань. И, в общем, сейчас мы поедем. Ну, в общем-то, вы увидите все через секунду, так что да, поехали. Так, мы идем к ДК Добрынина. Сейчас уже скоро ДК Добрынина будет. Сейчас. Вот это ДК Добрынина. Сейчас мы тут отправляемся на автобусе. Привет, мы уже ждем автобуса вместе с классом. Всем привет, с вами Оля с канала Оля. Ну, короче, блин, она... я же Лёлика, не Оля. Оля снимает видео на свой канал. Я тоже. Всем привет. Про влог. Я снимаю влог. Да. Островки наши. Наши островки. И все... Блин. 5 часов утра мы стоим, мы ждем. Все, я выключаю. Сели в автобус. Я ору, потому что меня может быть не слышно. Это хреново. Итак, мы в Москве. И все голова. Около вечного огня. Только что была смена караула. Хорошо, ладно, я не снимаю. Катя, привет! Мы в Москве! Да ладно! Итак, кто не понял, мы в ботаническом саде. И да, тут была необычная морожка в таких маленьких шариках. Это меня привлекло. И да, я решила себе взять. И реально очень вкусно. Мне нравится. И да, не пугайтесь, мы ходили на шоу Тесла, там, где нам рассказывали про электричество, и сейчас там будет шар, который излучает настоящую молнию, и он может даже убить, если прикоснуться к нему. И да, он излучает 1000 вольт. В общем, сейчас вы все сами увидите, смотрите. И да, все это под громкую музыку. We'll be right back.
удивляйтесь, тут мы придуряемся. Да, после этого мы заехали в Макдональдс, и я себе там кучу всего заказала, как всегда. Теперь мы едем обратно. Да, сегодня был длинный день. И да, на этом было все. Всем пока!